Всем привет, друзья! Сегодня я готовлю неимоверную вкусноту вяленую скумбрию. Присоединяйтесь! Свежемороженную скумбрию филируем, удаляем кости, черные пленки, тщательно промываем и просушиваем. Теперь филе солим и натираем каждый кусочек. Теперь на филе посыпаем сахар. Также натираем каждый кусочек. Теперь на каждое филе выкладываем горчицу. Равномерно смазываем филе горчицей. Перекладываем филе в удобную емкость для хранения. У меня пластмассовый судочек. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 24 часа. Прошли сутки. Вот так выглядит наша рыбка. Теперь ее необходимо хорошенько промыть под проточной водой. Промытую рыбку хорошо просушиваем бумажными полотенцами. Теперь необходимо проколоть рыбку со стороны хвоста на расстоянии 1-2 см от краешка. Продеваем нитку, сложенную в два раза. Теперь необходимо подцепить ее для подсушки. Делать я это буду в холодильнике вот таким образом в течение суток. Прошли сутки, вот такая красивая рыбка получается. Нарезаю ее на порционные кусочки и подаю к столу. Рыбка получается нереально вкусной, очень нежной и просто тает во рту. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Пока-пока!